Как сонно. Ай! А когда незаметно делал, нахуй. Лишь бы найти повода. А что у нас камера так криво стоит? Все через три. Ну, камера нормальная, кстати. А я не знаю, почему-то. Какой-то, блядь, сидел, кряхтел, настраивал. Ай! Ну чё, здрасте, блядь. Приехали. Чё мы собрались? Юра вышел на свободу. А, точно. Забыл, о чём роли, блядь. Чё, Юра Хованский, который вышел на свободу. Слава тебе. Ну ты чего такой? Не надо, это 18+. Не надо второй раз. Хорошо, я запикаю. Хорошо. Там было слово куколд. Слава куколд. У нас теперь новые иконопоклонники. Выпустил пиво светлое, пастеризованное. Да. И ананасовый сидр. Кстати, смотри, как Юрий Хованский написан. Через И? И кратко. Старославянский получается. Да? И сидр с твердым знаком в конце. Ух ты, как ты. Так. Чего? Выпустил. Хуй знает, что и говорить, надо пробовать, да? Сколько что стоит? Стоит дохуя, кстати. Но вот я в магазине, в котором был, это в целом магазин крафтового пива. Это вот, надо как, говорить. Да, ну как он называется? Бервария. Бервария. Это сейчас, кстати, какой-то один из... Да, то есть там это самое дешевое пиво. Хайповых. Да, то есть там есть пиво как раз-таки вот дорогущее. Можно будет это... еще, если вам интересно, будет попробовать. Вроде бы 250, да? Да. Пиво стоит 250, сидр 290. А я где-то слышал, Юра где-то говорил, что это 250, но это дешевое. Ну, типа, для крафтового пива это считается дешево. А, это для крафтового. Вот, я говорю, в Берварии вот я был. То есть там пиво ценники 390, 400, 500. Я не знаю, насколько там совсем... Ну, я так... Я на секунду забежал. У меня, кстати, есть небольшая вставочка. Иду за пивом Хованского. Пиво пьют только настоящие мужики. С женскими сиськами. Все. Узбек готов ехать домой. Я удивлюсь, если это будет стоить... Ой, будет на вкус как жигулевское. Я думаю, скорее всего, так и будет. Я думаю, что это прям самое обычное пиво. Но бутылка тут, блядь, ёбнись, какая хорошая. А, нет, слушай, это точно специально сделано, да? А я думал, это какой-то этот заводской брак. Хотел приебаться, но я мудак. А этот для слепых, знаешь, брайлер, блядь. О, Хованская, блядь. Не в тюрьме! Разве можно над таким шутить? Но чем? Да похуй. 4 мая. Лига чемпионов. 1/2 финала. 22:00. Реал Мадрид, Манчестер Сити. А мои партнеры OneX дают очень высокие коэффициенты на этот матч. А также по промокоду RED дается бонус до целых 25 тысяч рублей на первый депозит для новичков. Не упускайте свой шанс. Также пополнение без комиссии. Быстрая регистрация по один клик. Моментальный вывод без потерь на большинство платежных систем. Регистрируйся по ссылке в закрепленном комментарии. 4,8 оборотов алкоголя. Угу. А сидр сколько? Так. 4,5. 4,5 крепости. А где хоть все это разливает? Показано, нет? Изготовитель ООО «Северный пивовар». Тут Республика Беларусь, ООО «Двинский бровар». Интересно, как они вот рецептуру они составляли? Сам Юра говорил, вот. Ну, наверное, тестовые образцы ему прислали, которые ему понравилось, то и выбрали. В сезон. И он как раз только вышел, блядь, разработали все сразу, быстренько. Ну, типа. Так, Бервария, да? А, смотри, Бервария, тут этот... Ютуб-канал. Этот, да. Что тут, блядь, написано хоть? Обзоры пива на Ютуб. Надо, блядь, этот шрифт еще похуевее сделать, что мы, блядь. Ну, это типа вот под это. Что ты больше любишь, сидр или пиво? Наверное, сидр. Сидр, да? Я девчоночка. А почему сидр наоборот? Да? Для геев. Ну, я и говорю, для девчоночек. Вытрес у тебя слюни на твоих усах. Да? Да, причем мои.
Ну что, с чего начнем, давай? Сразу стало понятно, кто у нас все-таки актив, кто пассив. Давай с пивом. Ну смотри, в горлышке пенится. Это значит, о чем ты говоришь. Не знаю, о чем, правда, еще. Умеешь правильно наливать? Да. Дерзай. Так? Да. О, сейчас намахнем. Мы, кстати, так не пьем. Блядь, что-то напиздел. Так не пьем. Не умею я нихуя. Ну, когда я сам себе налью, может, я умею. Я говорю. Говорят, нужно в кружку подышать. Блядь, а потом скажут, а хули вы, мудаки, из пластмассовых хуёбки пьёте, блядь? Да. Как дал бы нахуй, блядь, из зуба вышел. А на Берфесте, я, по-моему, уже в каком-то ролике говорил, там нужно, типа, чтобы пенки было что-то 4 сантиметра, и у барменов даже есть соревнования, у кого вот ровнее будет. А мне один раз, знаешь, что Егерь сказал? Егерь, привет. Что нужно, вот, что пиво хорошее, да, чтобы пенка такая была, чтобы на этой пенке монетка лежала. Да, удерживалась. Хуй, он, наверное, монтажную пену хуярил, наверное, я не знаю. Ну что, давай. Попробуем. Как сомелье. Пузыриться. Чокаться будем? Маленькими. Ну, давай. За здравие. Юра? Угу. Пиво как пиво. Бат тот же. Напоминает. Как блогерский мерч, прикольно. Не, свежее. Это хорошо. Но не я. Ты различаешь? Я просто вообще не понимаю. Ну ты мой ебальник, блядь, видел пропитый, блядь, различаю я как новый или нет. Ну чего-то такого я... Обычное пиво. Я говорю, это как блогерский мерч. Ну, 250 рублей. Нам свой майонез уже давно пора выпускается. Я сегодня выпускал. Майонез? Ну, детей отправил этот в аквапарк. Если есть какая-нибудь фирма по производству майонеза и хотите наклеить наши ебальники, можете даже не спрашивать. Клейте хуй с ним. Ну, она просто обычная. Да-да-да, я говорю, как БАД, как, не знаю, тоже Жигули. Стандартное, светлое, пастеризованное пиво. Лагерь. Бля, да ебалась она в рот. Что тут, блядь, что это за шрифт такой? Как его читать-то? Ну, что тут написано? Лучший батя 2016. А, ну, Ларина когда разъебал. Ну, типа. А это что? Человек полторашка 2013. 250 рублей стоит? Вот этого. Или стоит просто обычный? Ну, как обычный блогерский мерч. А если вот как, ну... Ну, как потребительский, конечно, не стоит. А поддержать Юру, почему нет? Я слышал в Питере прям типа тренд. Да? Да. Я говорю, это блогерский мерч, донат. Если значит, из всего... Вот что лучше, задонатить просто 250 рублей стримеру или еще и пиво за это получить? Прикольно? Прикольно. 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 А если бы мог поставить... Майонез. Если можно поставить оценку, какую бы поставил оценку? Исключительно. А я не знаю, как вообще. Типа, как оценить? Ну, среди сколько? Обычного пива, ну, 10 из 10. Как обычное пиво. А, вот отрыжка. Вот я думаю, что на четверку. Из 10? Из 5. А, из 5. Нормальное 4, пиво. 5, да, хорошее, нормальное пиво. Вот сидр, вот это вот интересно, понравится или нет. Но я тоже вкусовщина, наверное. Давай, кружку. Ананасовый я не пробовал, наверное. У меня тоже. Я яблочный сидр пробовал, вишневый. Ну, вишневый это крик, наверное. Задумка какая-то, что типа, если ананас поешь, то малафья становится слаще. У меня ананас как-то с Моргенштерном ассоциируется. Да? Да. 180 судов. Смотри, налито прям вообще, я такого даже не видел никогда. Да? Это заебать. Видел прям по это. Ну, по грани. Ну че ты как сыж, блядь. Ну хуя, чтоб, блядь, попа улилась. Бля, мне хуя ставит. Тоже 0,5, оно не 0,48. Запах вкусный. Прикольно. Необычно. На камбучу чем-то похоже. Да, да, реально. Реально. Да, чайный гриб. Сидр прям прикольно. Слушай, даже это необычно очень. Да.
Не, сидр прям разъеб. Натуральненький, самое главное. Я думал, что ананас будет, знаешь, такой вот, как в жидкости для электронных сигарет, вот ароматизатора хуярит. А тут прям... Нет, вот... Да. А сколько сидр стоит? 290. 290 за такую баночку. Мое почтение. Мое почтение, да. Не, ну слушайте. Я бы, например, если пробовать... Смысла вот этого никакого нету. Можно за меньшие деньги. А вот это стоит попробовать. Потому что, ну, вообще даже вкус необычный. Может быть, даже если вы не знаете Юру, да, просто попробовать. Прикольно, вкусно. Где я пробовал, я много где пробовал сидр. Угу. Он везде примерно одинаковый. Там плюс-минус. Вот это прям... Я под сидором девственности лишился. Анальный? Угу. Под сидр... Ну, ты на сидр сел на бутылку, да, или чего? Да. Да, на банку. На банку, да? Да. Под вишневый из Якитории. Помнишь, Якитория раньше доставляла вишневый сидр? Ну, я, конечно, в девственность. Но это позавчера было, да. Наши какие должны быть вердикты, интересно? Смотри как. Вот это чисто мерч блогерский. Uh-huh. Обычное пиво, но этикетка, типа, и поддержка Юры, вот. А сидр uh-huh. прям продукт. Прям прикольный продукт. Как ты это захмелел, нихуя себе. Неси еще. На, пиво бы я не стал покупать бы. А вот сидр, да. Сидр интересный. Сидр вкусный. Ананасы в шампанском называется. А, ну правда, да, вот. Это не совсем сидр, это вот прям... Что-то такое. Шампанское, да. Еще до 11-12 градусов алкоголя повысить. И был бы. Вообще разъеб. Кстати, а был ли прецедент, что блогеры вот так вот что-то... Мэдисон. Пиво? А, Мэдисон. Этот... Пиво тоже с Бирвари. Этот... Слушай, меня прям... Нихуя. Да? Ты пиздец, ты как бульдог на какой-то. Этот... Митя Шилов есть еще такой. Хованский его особо любит. Он, кстати, тоже у него какое-то пиво было. Да? Да. Может быть, еще то... Еще у кого что-то именно было, но... Я не шарю. Ютуб после 2016-го стал скучным, нахуй. Пришло слишком много дохуя себе, блядь, на уме людей с деньгами, нахуй. Как только Дудь появился, все по пизде пошло, нахуй. Одни мы держатели, нахуй, мы старого этот... православного Ютуба. Нас смотрят 100 тысяч, но это... Вот тут. Да. Не, как каждый, не как... в саре, не в сиське, где этот, как он называется, Малозева, блядь, как это, стигматизм, или как он там называется тогда? Я забыл. Гинекомастия. Гинекомастия, да. А в сердечке. Правый, поджелудочный. А покажи размер своего сердца. Как правая рука. Как правая рука взрослого человека. У тебя, ну, у тебя жирное, блядь, наверное, сердце. А так, ну, и сердце жирное. Да? Да. В общем, друзья, можете сами найти, называется этот, как он, Бирвария? Или, да, да? Бирвария. Все, Бирвария найдете сами в Яндексе, где магазины находятся. Да. В Яндексе именно. Еще одна интеграция. 17 бизнесов Сергея Симонова. Охуенно, блядь. Бля, а хотел засрать, нахуй, все, а не получилось. Вот. Оказалось-то как хорошо. Все, спасибо. А скажут, что, блядь, подлезали на... Телеграм свой будешь рекламировать? Да и хуй. Он никому не нужен. А ссылки в описании телеграмов. Мов? У меня теперь их два. А ты? Один твой, другой мой, блядь. 50% мои, 50% наши. Понял. Володя там каждый день хуйней страдает, нахуй. Ему пока что нравится. Поддержите его. Песенки скидывают. I'm a beautiful life. А чё, я просто что слушаю, то и вот одну музычку включаю, блядь. Хуямба она. А вот тебе не времени не жалко ее скачивать, потом в MP3 хуярить в этот, в Телеграм. Деревня! Все, до скорых встреч. Чё, прям уже в Телеграме можно? Конечно. Не хуясь. Блядь. Юра, если, блядь, послепну от этой хуйни, блядь.